singing in the pouring rain. Got me wrapped around a finger, I'm perfect in the palm of your hand. Message couldn't be much clearer, like a metaphor of make-believe. If somebody would've pinched me, now would be the end of this dream. Well, pardon my manners, just something about you turns me to a savage. Take weapons of choice, but maybe this will work out. Legia has already picked off one and leaves it on to just Chopper once again. Alone in this situation. And a fall for the bait. He spots out both players and takes them down. Quad, not chest. По одному. Тенски падает замертво. Следующим будет, возможно, Виктор. Нет, не получается. Гэддин падает. Виктор умирает. И Вегас Патрон берет 16-14. Чоппер берет этот раунд один. Got me running in circles around you to please. Yeah, I do what I need to. So pardon my manners, just something about. Играл, посмотри. Тем не менее, Дикитас, ну, фактично просто победил своих соперников. Ну, по-моему, еще три фрага после того, как он оформил уже два, но... А, кстати, шансы есть. Там две снайперские винтовки, и Чоппер не так-то просто забрать. Вот непонятно, зачем Дигнитас идут до конца. Итак, время, Чоппер. Посмотри, 8 секунд всего лишь. Кейм и Дигнитас, времени, Чоппер! Это Чоппер эйс. Нужен враг! Чоппер эйс обеспечивает вот это повороты. Оставшись один против пятерых, Чоппериньо творит чудеса.